кошечка. Хорошая. Непонятно, кот или кошка. Похоже на кота. Может, домой взять? Кошка какая-то или кот. Шел просто в своих мыслях, вот, увидел какой-то ласковый или ласковая и такое, думаю, домой взять. Но у меня дома есть кошка. Вроде не знаю, голодный или нет. Что нужно сделать? Как правильно поступить? Нужно взять, накормить. Взять к себе домой в подъезд. И в подъезд вынести у двери еду. А, ну я возьму, короче, домой кошку или кота этого. Накормлю, и дальше там видно будет. Наверное, не разрешат мне держать вторую кошку или кота. Но он такой ласковый, как будто домашний. Похож на кота, нос, ну, мордочкой. На кота похож. Какое-то странное совпадение. Ну, короче, я возьму домой. Накормлю. А дальше там видно будет. Откуда он взялся вообще? Где он живет? Где он жил все это время? Домашний, так, или чей? Может, он домашний и прогуляться пошел? Я вот не знаю. Тревожный. Оглядывается по сторонам. Там какой-то... Какая-то скорая или что приехала, непонятно, тоже тревожит меня. Короче, я правда не знаю, как бы так сделать, чтобы не навредить. Если это чей-то домашний, и он вышел погулять, то нужно, чтобы он вернулся домой. Как так? Ночью он гуляет без ошейника. Ну, у нас нету такого, у нас не цивилизованный мир. У нас нет такого, чтобы ошейник там с идентификацией был. Это странно. Зачем это приехала какая-то скорая там в такое время? Ну, короче, я возьму этого котика домой. Или это... Ну да, это кот, наверное, похоже. Накормлю. А дальше видно будет. Скорее всего, не получится его держать дома.
Потому что уже кошка есть. А может, кошка даст потомство. Короче, сейчас пойдем. Мурчит, мурчит. Ласковый. Ну, он такой, не худой. Видно, что ел. Как же он оказался на улице, если он такой домашний? Оглядывается по сторонам постоянно. То в ту сторону, то в эту. Туда-сюда смотрит. Урчит, мурчит. Такой домашний, ласковый. Не голодный. Короче, я не знаю, дома покормлю там. Посмотрим дальше. Как-то не знаю, что делать. Посоветую там с близкими.